Классика для ценителей музыки. Сегодня вечером краснодарцы услышат Шопена. Сочинение композитора с идеальным аристократическим вкусом исполнит юный виртуоз фортепиано Алексей Редько. Он дипломант многочисленных фестивалей, обладатель гран-при конкурса «Молодые дарования Кубани». Любовь к музыке исполнителю привили родители. Мать еще до рождения сына купила для него старинное трофейное пианино, как бы предугадав его судьбу. Сегодня вечером в программе концерта Алексея Редько этюды, ноктюрные вальсы. Всех ценителей Шопена ждут в 18:30 в муниципальном органном зале.